Стрельба под Парижем. В департаменте Сен-Дени посетитель ресторана застрелил официанта из-за того, что тот долго нес ему сэндвич. Мужчина выстрелил 28-летнему работнику общепита в плечо. Несмотря на быстрое прибытие скорой, раненый скончался. Нападавший скрылся с места преступления. Полиция его ищет. А в другом парижском пригороде Левуа-Пере этой ночью произошел крупный пожар. Огонь охватил местный рынок. Пламя уничтожило 4,5 тысячи квадратных метров торговых площадей. Причины возгорания выясняются.